Это новый очаг возгорания в районе шоссе в округе Вентура. Здесь проживает более 120 тысяч человек. Всего же в штате произошло еще 3 пожара. Самый крупный охватил более 470 квадратных километров. Оттуда было эвакуировано более 52 тысяч жителей. Еще один пожар затронул более 370 квадратных километров. Там погибло 2 человека. Как я понимаю, это самый беспощадный пожар в истории Соединенных Штатов. Лесной пожар. Американское космическое агентство НАСА выложило фото города Парадайз, снятое из космоса. Огонь уничтожил его практически полностью. Поиски жертв в его окрестностях продолжаются. Губернатор Калифорнии Джерри Браун уже попросил у Дональда Трампа выделить дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами. Катастрофа заставила вновь заговорить о проблемах глобального потепления, о том, что невозможно игнорировать науку, и о том, что человечество должно в корне пересмотреть свой образ жизни. Я занимаюсь этим делом уже 31 год, и последние 5, может быть, 7 лет с каждым годом становится хуже. Во многом это связано с недавней засухой, которую мы все еще переживаем, и с тем, что засуха убила много растительности. Пока специалисты по климату дают неутешительные прогнозы. В ближайшую неделю они не видят никаких признаков приближающихся дождей. Вполне вероятно, их не будет до Дня Благодарения. В штате Калифорния введен режим чрезвычайного положения.